Виктор Дмитриевич Мизрахи занимается исследованием кожно-оптического чувства. С его помощью слепые дети обретают способность ощущать краски мира, различать цвета и форму без помощи зрения. Виктор Дмитриевич не отбирает детей. Результаты доказывают, все они обладают этими удивительными способностями. Но у отдельных учеников они феноменальны. Ростислав, скажи, какого цвета у тебя листик лежит перед тобой? Желтый. Правильно. А сейчас, руки чуть-чуть развить. А сейчас, пожалуйста. Оранжевый. А что ты ощущаешь при этом? Значит, снизу идет на ладонь желтый цвет, а сверху красный. Сверху красный, да? А вот сейчас? О, сейчас ладонь полностью оранжевая, а в этой части красный свет. Происходит пространственное смешение при предъявлении на кожу различных цветовых тонов. Желтый. Правильно. Дальше. К сожалению, такие уроки проводят в единственной школе. А ведь они помогли бы миллионам слепых. И опять одиночка подвижна. Будет ли его судьба благополучнее супругов Кирлян, Кулешовой и многих других? Дальше. Оранжевый. Правильно. Дальше. Голубой. Правильно. Один из мальчиков на расстоянии, то есть дистантно, определяет цвет предмета и дистантным же путем передает эту информацию другому. Есть. Есть. Какой цвет, Ростислав? Красный. Сережа? Тоже красный. Дальше. Есть. Есть. Какой цвет, Ростислав? Синий. Сережа? Голубой. Правильно. Сережа чуть-чуть ошибся, синий цвет. Сейчас я тебе напишу слово, а ты прочтешь его. Все, Славик. Риск. Правильно. А теперь попытайся сказать, какого цвета, какая буква? Это, по-моему, зеленая. Правильно. И красная. Правильно. С. Зеленая. Правильно. Как красная. Скажи, а вот ты потираешь по одной рукой другую, что это такое? Ну, это навожу резкость. Таким образом. А вот когда ты читаешь эти буквы, что ты ощущаешь, что происходит с тобой, как ты их читаешь? Я подношу руку к поверхности, на которой находятся эти буквы, секунда, и появляется тепловое ощущение, тепловой контур этой буквы, еще секунда, и внутри у меня возникает экран, на котором сосвечивается этот фон, и буква, на котором она находится, на этом фоне, соответствующим ее цветом. А буква у тебя таких же размеров на этом экране? Нет. Или на ладони? Посмотреть можно, да? Да, пожалуйста. Нет. Они больше, в 3 раза где-то вот такой величины примерно. Сейчас я буду давать Ростиславу изображение. Приготовился, Ростислав? Да. Начали. На желтом фоне календарик с изображением белой лошади. Это белая лошадь на зеленом фоне. Правильно. Дальше. Это календарик. Фон темный. Кот на розовом столе, по-моему. Правильно.
когда я смотрю изображение, и оно мне на экране видно только силуэт, но очень-очень скверно, очень мутно. Нечетко, да? Нечетко, да. Тогда у меня чуть ниже большого пальца на кости я с такими движениями навожу резкость и держу на ладони над этим предметом, и очень четко эта муть разводится, и очень четко появляется изображение этого предмета. Так как у меня происходит увеличение, если мне не хватает руки, я обычно определяю правой рукой, я ставлю дополнительную левую руку, и тогда уже четко весь предмет, как будто я его держу в руках. Также увеличивается высота предмета, и объем очень четко виден. Объем смотрю двумя руками, так легче воспринимать его весь. Ростислав, посмотри, пожалуйста, что за изображение лежит перед тобой. Это, по всей видимости, большое пятно белое. Я сейчас наведу резкость, оно будет лучше видно. Ага, есть, обозначилось. Это какое-то женское лицо, оно такое большое и круглое. А вот я не могу вспомнить, сейчас больше оно не наведется. Это лицо какое-то женское, и оно такое круглое и большое.